Здарова, народ, с вами Арчик. В этом видео поговорим про то, что картошечка тестирует на супертесте увеличение очков прочности с 1 по 6 уровень. На мой взгляд, это должно было произойти уже давным-давно, и я даже не знаю, что там тестировать. Ну, по крайней мере, да, надо сначала посмотреть, на что оно будет похоже, и побыстрее уже в релиз, поскольку вот эти вот пукалки на низких уровнях по 100 хп, там пук-пук, танк закончился, и вот эти вот хаос какой-то там. Вообще, никогда не любил играть на низких левелах, только из-за того, что там вот эти вот пушечки, какие-то мушкеты неведомые, что-то там пик-пик, пух-пух, все, танк закончился, 2 секунды прошло, пол команды сдохло, хаос какой-то, все куда-то ездят, умирают с одного выстрела. Никогда не любил это, просто ненавижу низкие уровни, только из-за своего вот этого неадекватства, просто хаос, ненавижу. И еще некоторые люди умудряются выдавать такие фразы. Ой, картошечка увеличит хп на низких уровнях для того, чтобы мы дольше рефералку проходили. Да идите вы в пень со своей рефералкой. Люди боятся на низкие уровни заходить с вашей рефералочкой, потому что вы там просто как дурачки на своем ПЗ-1С просто в мясо двумя ногами с первой секунды впрыгиваете ради какой-то дурацкой медальки, чтоб танчик потом премиумный получить. Никакой речи не идет даже о нормальном каком-то логическом и здравом геймплее, просто бред какой-то. И разработчики более-менее раз в жизни оперативно увидели, что там что-то вообще ужас полнейший, и хотят добавить хп. На мой взгляд, вообще нужно всем танкам уже давно было накинуть хп. И судя по тому, как они прогрессию там построили, что на низких уровнях хп растет неравномерно, и потом очень резко взлетает количество очков прочности, и потом опять на высоких уровнях идет равномерно, они пытаются выровнять рост очков прочности по мере повышения уровня. Но и, в принципе, я бы общее количество хп на всех уровнях чуть-чуть бы поднял. Поскольку эти вот всякие бабахи и ПТшки, которые убивают танки там с двух выстрелов, вообще никакого прикола не дают. Это получается такой же дурацкий геймплей, как на низких уровнях. Два раза пил-пил и все, танк кончился. Только на низких уровнях любой танчик другого убивает с двух тычек. Ну, может быть, с двух тычек это прям перебор, но с трех точно достаточно. То на высоких уровнях это самое количество ПТ-шек большое приводит к тому же самому. Два раза ПТ-шечка пил-пил по 500, по 1000 и все, и конец. А ПТ-шек сейчас все больше и больше. Поэтому, на мой взгляд, это наиадекватнейшее, что можно сделать, и уже давно нужно было повышать количество хп. Поскольку, когда я начинаю качать какую-то новую ветку, я ее начинаю качать где-то с середины. Поскольку вот этот вот песочек внизу, я даже видеть не хочу. Мне даже все равно, какой там танк в новых ветках или еще что-то. Мне просто не хочется даже туда заходить. И неважно, какой там танк, я просто не хочу это видеть. Вот эти вот психов, которые там на пулеметиках ездят, тра-та-та, тра-та-та, бой закончился. И вот эти вот пиу-пиу, пол команды сдохло. Тоже я это видеть не хочу, я это даже за бои не воспринимаю. Это просто бред какой-то. Хотя, когда я начинал играть в картошечку очень давно, то на третьем уровне я вполне много боев отыграл на одном танке. И там было нормально, прикольно, потому что люди хоть как-то более-менее там во что-то играли. Сейчас же с этой рефералкой там просто вообще невозможно находиться. В принципе, такая вот новость. Единственное, что меня прикалывает, то что у некоторых тяжей 6 уровня будет хп там по 1800, у Черчилля там 1000 с хвостиком. И я так подумал, это же насколько будет приятно на восьмерке встречать 6 уровень, у которого много хп. И у шестерки тоже будет, за счет того, что у него много хп, возможность получить не одну тычку и почти уже там все уже от комариного укуса умрешь. А хотя бы две тычки принять можно будет от восьмерки. И это даст возможность 6 уровню хоть как-то там двигаться и что-то в бою думать, а не то, что увидел восьмерку, одну тычку получил, бой закончился. Это, конечно же, приятно и для шестерок, и для восьмерок. Особенно 7 уровень, мне кажется, вообще будет просто по кайфу. Если играть на хорошей семерке, а у шестерок и пятерок хп будет побольше, то бои будут более прикольные, интересные и не такие быстрые. Короче, мне эта идея нравится. С вами был Варчик, играть красиво, пока.